Лысый ты начал ты. Даже охуею, брат. Ну, муха тоже. Не, она тоже там летает. Эй, съебался отсюда. Да. У нас сегодня, мы как всегда, все, что на Metalcore станции выходит, то обычно запоздалое. Знаешь, мы самые последние такие, о, вон, точно вышло. Ну и насрать. В общем, стандартный расклад. Ты вон там, я вот тут, Арчи тоже тут. Metalcore станция тоже жара тут. Жара тоже вон там. Жара пиздец везде просто. Поэтому начнем и пойдем под кондиционер. Вышел новый клип у Bullet for my Valentine. Я знаю. Окей, да. И много кто знает, поэтому нахрен даже нечего рассказать о ней, знаешь. Ну, да. Все вообще моя молодость вся прошла вот на буллетах. Вот, но так, об этом вопрос. Позже. Жанр. Да. Это металкор. То есть все это время эта группа это был металкор? Да. Так я ее слушал, кстати, оказывается. Ну, значит, раньше. Ты слушал металкор. Интересно. Кто скажет иное мнение насчет металкор, это или нет? Комментарий для вас, ребятки. Как обычно, там математика начнется. You down list five core. Так что простор для обсуждения только в пути, ребятки. Мы поддерживаем. Вот, у Bullet'ов новый клип вышел на новый трек. Такие пироги, сейчас старики все активизировались, начали дубасить металкор, все, все забыли про свои старые ошибки и такие, так, что мы умеем лучше всего делать? Да, поэтому смотрим, наслаждаемся, кайфуем, все, погнали. Ветераны металкора. Да, вот они в натуре ветераны. It makes us discomfort. Интригер. Чё там было? Флэшинг, что-то там, ну типа номер. Я читал. Модно молодёжно звучит. Я бы вот этот трек сунул бы в какой-нибудь в новый фильм с Блейдом. Ну да. Очень киношный трек. Ну и в принципе клип так сиренный, если честно. Кай. Вокалист же всегда один и тот же, да? Да, да. Да, вообще его узнаю. Это удивительно. Ну чисто весь такой походу будет. Ну месиво крутое, да, прикольно. Энергично. Клип чем-то напоминает Bullet, ой, не Bullet, а этот Bring Off, короче. Bring Off Horizon? Parasite Eve. А, ну да, цветовая гамма. Да-да, одна и та же. Да, Eve! Блин, кстати, классно это, да? Это же мы его тогда прям сразу включили. Да. Классно, но если честно, он прям точно обратно. Ну да. Но
но визуально вот не так, что... Вот этот дрифт прикольный. Да, да, да. Вот такой Mortal Kombat с Блейдом. Да, да. Ну да, скучно, блин, ряд, да. Ряд скучный, и что-то и трек, знаешь. Сейчас, короче, отсюда. Да, да, да. Просто этот трек, он... Мы такие, давай напишем, ну, трек, давай, как, давай как всегда. Ну так, мне кажется, это было. Ну, да. Блин, что-то я ожидал сказать, больше. Нет, трек типа. Классный, понял, но... То, что ты меня включал до этого, мне больше нравилось. Знаешь, в чем прикол? Этот трек, как я считаю, он просто... Просто классный. Да, он просто классный. Да, типа вот типа он... нормально. Да, типа, слишком, слишком нормально. Да, вот в чем да, прикол. Да. Чересчур, он чересчур нормальный. Тут чересчур нормальный риф, нормальный уже вокал, потому что у Мэтта так очень крутой вокал, как я считаю. Да, да, да. Но самое, что меня удивило за сегодня, это не сам клип, а то, что Bullet for My Valentine. Это Metalcore всегда был, оказывается. Всегда был, да. Потому что эту группу знаю очень давно, много лет. И я не знал, что это Metalcore. Ну так. Среди металкор звезд вот рока вообще в целом взять, если очень крутые имена, Хэтфилд, например, да, там, я не знаю, Джои Джордисон, Кори Тейлор, там, да, короче, этих имен дохренище. Ангус Янг. Вот это странное, вот, и типа, ну вот, например, к примеру, новый барабанщик у Слипнота, его зовут Джей Вайнберг. Как звучит Джей Вайнберг? Да это ж просто охренеть, что за обалденное имя. И Мэтт Так. Это вокалист, да? Как тебя зовут? Я Мэтт Так. Это вокалист. Ты Мэтт Так? Да. Мэтт Так водит рак. Просто. Это просто. Это ни на что не влияет. Да, реально. Курт Кобейн, да? Звучит круто. Курт Кобейн. Да. А этот, я еще в новостях, да-да-да, я еще в новостях когда-то говорил, что типа у этих Mice and Men, например, бывший вокалист, его звали, он жив, все нормально, его зовут Остин Карлайл. Остин, да, Остин Карлайл. Ебой, ну это... У него по-любому особняк какой-то. Охренительное жилье. Мэтт Так. А Мэтт Так живет в трейлере, я не знаю, пьет пиво. Да-да-да, деревенщина. Мэтт Так. Меня зовут Мэтт Так. Я, короче, перегнал трак вчера. Вот. Ем кукурузу целыми днями. Ну это как наши вот эти вот. Чувак из Степного приехал. Вот Мэтт Так, меня зовут Мэтт Так. Это просто дает до имени, ничего личного. Ничего так. Карлайл, я пью кровь по четвергам. Там же сумерки залетели внезапно. Вот. Не, ну да, на самом деле в начале скажи, было классно, а потом как-то все не вниз. В начале классно, потому что первые там, я не знаю, первая минута трека показывает весь трек. Да, ну, да, короче, да. Весь трек это первая минута. И картинка кажется, вау, вообще бомба. Да, а потом да. Ты такой, так, 4 минуты, вот это я буду видеть. Да, да. Все, да, и становится скучно. Да, весь трек. Если бы была смена, типа вообще полностью локации на середине трека. Хотя бы, я не говорю там... Ну или что-то, еще один новый видеоряд добавить. Да, хотя бы чуть-чуть, было бы классно. Но видишь, это уже ошибка же не группы, а продакшена. Если они отдались в руки им, то, видишь, это же Вево. Это по-любому они как-то причастны к... В общем, ну... Слишком нормально. И здесь вот...
по 10-бальной шкале сколько ты поставил бы именно треку в целом? Клип даже если не брать, короче. Вот именно треку. Именно трек. Ну, хороший. Ну, типа... Но из 10, учитывая, что 8, это охуительно прям. Блять. Наверное, короче, 5. 5, да? 5, потому что это золотая середина, да. Это и не хреново, и не пиздец что-то, что мы никогда не слышали. 7-6 это прям уже ништяк. Это да, это прям хорошее. 5 это нормально прям, 5. 4 это так себе. Опять это нормально. Да, и это вот это нормально, середина. Потому что, ну, блин, не хватает жира какого-то, знаешь. Все-таки вот чувствуется, что они уже старики. Ну, уже типа, как будто они уже исписались. Вот, типа, допустим, вот все, что они крутого придумали, Horizon, уже все было. Сколько этой группе были Horizon? Они помоложе, наверное. Да и хер. Они же по-любому намного моложе. Ну вот моложе. Ты чувствуешь преемственность поколений в металкоре? Они прям уже, ну, прям старички. Ну реально. Да, ну потому что они в свое время уже все самое крутое написали, все уже. Например, тот же да кого не возьми нахрен. Самые новые треки самых старых групп, они, ну, а вот что-то прям прыгнуть, короче, они не могут прыгнуть выше головы, как я считаю. Да, как Тиль Линдеман снялся с Артуром Пирожковым в клипе. Прыгнул выше головы. Да. Вот. Никакого хейта, просто наблюдение. Да, в натуре. Нет, тут прикол, что, знаешь, мы, наверное, никогда никого не будем хейтить. Мы по фактам, типа, оцениваем творчество. Не, я буду хейтить, если один человек, вот один единственный, вы никто о нем не знаете и никогда не узнаете. Но если он будет делать металкор, я закажу эту реакцию просто. Я умолять буду тебя, и я буду просто источать просто ядом. Это просто человек, которого я ненавижу. Ну, ты же говоришь, мы никогда не будем. Есть только в одном случае я буду язвой. Ну. Нет, а когда ты будешь крутые треки выпускать, я буду делать реакцию на тебя без тебя. Так и захватывают каналы, брат. Не, ну это классно, понял? Тебя нет, а я делал реакцию на тебя. И такой, ну, бля. Честно, понял? Да, тут что-то какая-то хуйня. Да, это классно. Вот так вот, блядь. У кого есть иное мнение, напиши в комментариях его, дружище. Да, может, давай обсудим на туре. С футболкой будут. А у нас там в комментариях дофига, кто шарит. Они типа такие там разбираются. Ну, те люди из комментаторов, кто адекватные, они типа без хейта. Они такие так, вот нет, смотри, вот это That's brand new swell, girl. И ты такой, блядь. Адекватная критика — это круто. Это когда, ну... Но, знаешь, ну, есть же вот эта пресловутая фраза: критикуешь — предлагай. Ну, то есть ты не можешь смысла просто тупой критики без опровержения нету. То есть ты должен предложить свою версию. Mm-hmm. Почему, как? Но больше всего в комментариях я угораю с супер вот этих ученых металкора, которые определяют жанр в начале трека и как он меняется к концу, там, до брейкдауна, это уже там один жанр, потом под жанр, и вот это что он сыграл, это вообще кусочек из другого жанра, это же невозможно. Во-первых, кто эти все критерии устанавливает? Сами же музыканты, правильно? Струны уронили, все, у нас, блядь, джента нахуй, все. Поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, это надо быть ученым, блядь, чтобы разбираться в этих жанрах и металкора, это же нереально. Ну, в общем, по мнению металкор-станции, буллеты не удивили вообще. Ну, честно, но мы ждем новый альбом, потому что вдруг там на альбоме в натуре что-то, ну, просто, что нам ёбло снесет просто, да, к нам собачьим. Да. Мы будем только рады. Ты никуда не уходи. Оставайся здесь, точно так же, как и мы, точно так же, как нерушимая металкор-станция. Всегда здесь. И еще увидимся. Всем пис. А у тебя шляпа-микрофон же есть? У тебя микрофонная шляпа, брат.
Ну просто приколись, она похожа на микрофон. Текстура, да? Микрофон. Шляпа микрофон. Сейчас на меня какая-то новая шляпа. Да, я, кстати. Да, кстати. Да, кстати, я обновил шляпу. Ты этот из Резидента Виллэдж, как его, Хайзенбергер, бля. Я не смотрел. Не смотрел, да? Эй, йоу, бойс! Сап, бро? А, кстати, что ты свой реакцию не запишешь? Да надо будет, они ж, блядь, занятые все, пиздец, всегда, блядь.